Привет! Сегодня в попытках уничтожить мир мы обратимся к мусору. Это типичная семья и ее лошадь. Когда-то давно все вокруг перерабатывалось, чинилось и использовалось заново. Понятие «мусор» не существовало до тех пор, пока... Знакомьтесь, Кадбертский. Дамы и господа, представляю свое новое изобретение. Урна! Для чего она? Вы кидаете туда все, что вам не нужно. То, что я называю «мусор». Всем так понравилось выкидывать мусор в новые урны. Конечно, когда урны заполнялись, их приходилось освобождать, перекладывая мусор в урны побольше и еще больше. Когда на земле не осталось места, человек слегка пофлиртовал с вторичной переработкой, но страсть быстро прошла, и мы заполнили море. Когда места не стало и в море, кого-то осенило, космос-то пуст, вот где идеальная урна. Что там мерцает? Это туманность консервных банок, сынок. А это Млечный Путь, папа? Нет, это созвездие бытовой техники. Вот наш старый автофургон. О, мусорное затмение. О, мусорный дождь, загадывай желание. Хочу быть здоровым и новую машину. Ой, мусорная буря, спасайся, кто может. Вот так мусор уничтожил мир. Извините. Думай, что делаешь.